Продолжаем нашу после матча пресс-конференцию. Перед нами главный тренер футбольного клуба «Севастополь» Станислав Александрович Гузикевич. Ну, прежде всего, поздравляем со стартом сезона на нашем стадионе. К сожалению, соперник был сегодня предельно мотивирован и смог увести очко. Как прокомментируете сегодняшнюю игру, Станислав Александрович? Спасибо за поздравления, за действительно старт домашней игрой. Хочу сказать спасибо нашим болельщикам. Сегодня была шикарная атмосфера на стадионе. Что касаемо игры, где-то, может быть, психологически это и давило, потому что давно не играли дома, родной стадион. Все хотели, скажем так, наши футболисты показать себя с лучшей стороны. И в принципе, до, допустим, до 27-й, до 30-й минуты мы владели инициативой и игровой, и территориальной. Ну, в целом, очень, скажем так, конструктивно выглядели. Ну, после грубая ошибка и, я бы сказал, даже нарушение игровой дисциплины привело к взятию наших ворот. Что и повлияло, скажем так, на психологическое состояние футболистов. Появилась спешка, не быстрота, а именно спешка. Начали спешить, и от этого многое не получалось. Во втором тайме соперник, играя у нас дома, соответственно, понимал, что есть шансы только на контратаке. Они работали компактно в обороне, где нам не хватило индивидуального мастерства, чтобы вскрыть компактную оборону. Было много стандартов, и, скажем так, не встретились мы с мячом. Но в целом ничья – это тоже результат, это тоже очко в копилку. Поэтому двигаемся дальше. Сегодня такие тяжелейшие погодные условия были. Команда первый тайм играла против ветра. Это как-то вообще повлияло на ход борьбы? Да в целом, ну, я скажу так, что погода повлияла только, скорее всего, на зрелищность футбола, потому что иногда мяч действительно зависал, но это было для двух команд одинаковые погодные условия. Ну, а в целом, именно что по рисунку игры, оно влияло, потому что, ну, где-то смазывалось, где-то мяч не долетал, то перелетал. То есть вот в этом плане, я думаю, что влияло. Именно на рисунок игры для болельщиков. А что касается команд, они были в одинаковых условиях. Вы наверняка смотрели игру соперника в матче черноморцев первого тура. Сегодня соперник выглядел совсем по-другому, нежели в той игре. Как вы считаете? Да, они выглядели по-другому. Они играли от обороны и ждали свои контратаки. У них, в принципе, ну, я не скажу, что контратаки были. Единственная контратака – это после углового, когда они забили гол. Это такая результативная. А в остальном мы все контратаки блокировали. Ну, соперник, который играет, скажем так, на выезде, играет от обороны, у них все равно рано или поздно бывают контратаки. Вопрос в том, как мы с ними боролись. Ну, вот с одной из контратак мы ничего не смогли сделать. А в остальном, ну, если я не ошибаюсь, во втором тайме Науменко в редких случаях касался мяча. Если посмотреть на турнирную таблицу после вот второго тура, она приняла какой-то странный вид, перевернутая такая таблица по сравнению с прошлым сезоном. Что вообще происходит в нашем чемпионате? Все матчи проходят вот один в один. Команды все бьются и на жизнь и смерть. Удаление по одному, по два в каждом матче. Ваше мнение, как вообще будет дальше это чемпионат развиваться? Да, ну почему? Я, правда, не знаю результаты еще параллельных матчей, но я всегда говорю о том, что у нас проходных матчей не бывает. Особенно, что касается нашего стадиона. Когда команды сюда приезжают, они прекрасно видят этот шикарный стадион, поле. Тут аура сама предрасполагает играть в футбол. И, соответственно, отдают максимальные усилия. И что касается всех команд, которые играют, ну, у нас неплохой чемпионат. Вы могли, допустим, сказать, кто займет первое место, третье место, допустим, по прошлому чемпионату в начале? Никто не мог сказать, потому что всегда идет борьба. Поэтому меня это не удивляет. Все команды хорошо поработали в межсезонье, все команды усилились, прошли сборы.
Плюс, что касается нас, я думаю, что на нас с двойной ответственностью настраиваются, потому что мы Севастополь. Ну, а дальше чемпионат будет развиваться. Я имею в виду, турнирная таблица не развиваться, а турнирная таблица станет где-то после тура 5, 6, 7 более четкая. На данном этапе все пока вот смазанное, смешанное. А вопросы? Нет, все. Спасибо большое. Спасибо. Да.